Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. Окей, в копилочку. Так, в магазине что у нас тут? Колода. Открываем, ничего нам здесь не выпадает. Дальше мы идем сюда, в список. Ищем кого? Донателло, конечно же, его. И нам нужно ноутбуки. Опять эти ноутбуки надо искать. Так, один нашли. Один есть. Второй. Серьезно, что ли? Третий. Вот это удача, ребята. Три ноутбука. А дальше все, да? Балалайка. А дальше выкуси, получи-ка кольцо крутости и тому подобное. Угу, я так и понял. В общем, мы с этими ноутбуками промучимся. Так, выпал. О, пошло. И опять мимо. Так, сколько нам нужно еще? Еще три. Ну давай, пожалуйста, три. Чтобы я хотя бы уже ноутбуки эти не искал в следующей серии, а? Кольцо крутости. Нет, вот специально же делаешь, да? Раз. Два. И последний, плиз. Так, у нас там что там? У меня скоро пицца кончится. Все, наконец-то ноутбуки мы нашли, ребят. Ну, теперь нужно 18 комиксов найти. Естественно, это все будет уже потом. Так, здесь мы забираем награды. Раз, два, три. Поднять он серию испытаний. Давай вот здесь начнем. Здесь начнем и здесь же закончим. Да-да, черепашья сила рулит. Да вот не поспоришь. Ну что, халабуды вы несчастные, готовы поплатиться? Поехали. Раз. Ага. У нас нет двойной атаки, только лишь вот у Шреддера и у Лео. А, у Рафаэля еще. Кусь-кусь. Раз. Ну, вертушку сейчас сделаем. Да ладно. Ну-ка. Еще. Молодец. И добивка. Угу, добивка, конечно. Добивка идет от Шреддера. Ну, согласитесь, все это легко и просто было. Так, сегодня у нас что? Сегодня у нас, ребята, пятница, да? Пятница-развратница, поэтому мы с тобой сейчас выполнять будем следующее задание. Так, поднять уровень персонажа. У нас мутагена сколько? 4000 всего лишь, но здесь только если Донателло. И то и не... Мне даже на него не хватает. Ладно, будем ждать тогда с тобой мутаген. Ох, вот это надо будет заработать. Ну что, испытание, черепашья буря, поехали. Так, Лео. Стоп. Погоди-ка секундочку. Сейчас. Да что ты, нет, не то. Так, ну во-первых, нам надо вот это вот взять. Понятное дело. Так, Лео максималка. А, мне нужен... Понятно. Мне нужен Микеланджело и Рафаэль. Видение. Микеланджело и Рафаэль. А здесь, ну, понятное дело, что здесь не то, что нужно. А есть ли смысл вообще проходить? Или нам вот все-таки вот здесь, вот в Кланфут идти? А на Кланфуте мне дают чего? Попробуем. Попробуем. Ну, здесь, в принципе, первую-то битву у нас, конечно... Должна пойти без проблем, по большому счету. Тут хоть и 70 уровень у них, у нас все-таки 2 сотых. Донни крепкий, да? И майки. Так. Добьешь? Молодец. Так, переходим на вторую волну. Здесь бы, конечно, массовую врубить. Вот таким вот образом. И последняя волна. Поехали. Блин, надо было муху вначале шлепнуть-то. Чё-то я не подумал, что так ляпнул так, а. Так. Сюрики. Так, ну муху однозначно все-таки придется добить. Заморозку сделал, а. Ты посмотри, оглушение.
Ну, естественно, даже без тебя-то. Со своим огнеметом. На. Получи. У этого уклонения, но оно его не спасает. И добиваем Рокстеди. Все, ребят. Отлично у нас получилось. Я не знаю, ну давай второе попробуем пройти с тобой событие. Так уж и быть. Снаряжение кланфуд мы получили. А тут уже 80 уровень. Ну, практически как и мы, да? У нас только есть 100 еще. Так, маузеры. Я, наверное, пока не буду уклонение ставить. Где-то начнем, наверное, с третьей волны. Опа-на, хилочек врубил. Рафаэлю так звезданули, не кисло, ты посмотри. Если ему так звезданули, я боюсь представить, что будет тогда с Донателло. Давай, наверное, защиту поставим себе тогда дополнительную. Ну-ка, Раф, не ушатал, да? Ты посмотри, а, какие. Ну, тут добили. Здесь тоже. Переходим с тобой на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Опять эти же ребята. Вот здесь можно было бы, наверное, в принципе, уже и уклонение врубить. Сейчас посмотрим. Так, сюрикены. Хил у них есть? Нет у них здесь хиллера. Так что давай сделаем тогда вот так. Минус двоечка. Рокзар берет провокацию. И зря. А, давай попробуем, наверное, вот так вот. Бомбочка дымовая, на. Сработала. Вырубили Рокстеди. И переходим с вами на третью заключительную волну. Наверное, вот сюда все-таки бомбанем. Поехали. Здесь надо будет уже, наверное, влупить уклонение. Так, на всякий случай, да? Плюс взять провокацию. И ждем. Ага. Пробьем, интересно, шреддеры. Во. Замечательно. Так, Рафаэль, давай, контри. Блин. Баф повесил, ты посмотри, а. Хиляться, я думаю, пока не стоит. Я хочу уничтожить. Да, караечка упала. Сейчас контратака же будет. А если так? Да что ж ты будешь делать-то? Сильный, да? Шархан. Промахнулся. И мы промахнулись. Да как так-то? А этот ждет, ребят, этот ждет своей очереди что-нибудь сделать, пока либо маузеров вызвать, либо просто ракетами бомбануть. Вызывает маузеров. Так, а вот теперь нам нужно будет залечиться. Все просчитано до мелочей, ребята. Так. Удар. Подожди секундочку, давай нумчаками. И вот так, все. Бинго. Ну, я думаю, что последнее испытание нам не стоит идти, потому что там какой, 90 уровни будут, да? Боюсь, не справимся и только с Фелем сыр с тобой. Я могу просто глянуть? Да, 90 уровни. Или попробовать все-таки. Или здесь все-таки. Я не знаю, что сделать. Ладно, поехали. Ой, бедный Донни. Бедный Донни, бедный Майки. Уж не знаю, как вы здесь выстоите. Тем более здесь, блин, эти охламоны. Но здесь по-любаську придется уклонение делать. Хочешь ты этого, не хочешь, а придется. Посмотри, все равно вот Рафаэля они все равно пробивают. Как, я не знаю, ребят. Угу. Давай, контратаку. Донни, Донни, Донни. Давай-ка мы сделаем вот так вот, защиту, да, правильно. Хиляться пока не будем, хотя стоило бы. Ты смотри, что творит, а. Так, приходим на вторую волну. Блин, если они сейчас начнут, ребята, свои супер атаки делать, то я боюсь, нам крышка. Вот тут начать-то я даже и не знаю. С Рокзара, что ли? Ой, ёпарс, это что такое? Это что за атака смешная просто была?
Чё-то мне не нравится все это дело. Пробьем, интересно или нет? О, минус Рокзар. Ну не забывай. Так, нам надо будет залечиться сейчас. Не забывай, что у этого... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты гляди. Ярость Рафа, естественно, ребята. Ярость Рафа, они меня взбесили. Лечимся. Леонардо тоже придется потратить хил. Ну? Слушай, я же сделал усиление атаки. Почему у нас атака все равно понижена? Не понял. А ну-ка. Ты заколебал, серьезно тебе говорю. Ну-ка, пробьешь, Дони? Не, бесполезняк какой-то просто. Этот еще и провокацию взял. Да, мы с такой пониженной, извините меня, атакой, мы их фиг пробьем, ребят. Надо будет химнуться сейчас. Еще разок, да? Окей. А что так очень долго у нас стоит? Ну ты посмотри, блин. У нас пониженная атака стоит очень долго. Что это за бред? Какому-то крышка, да? Блин, Лео, сейчас Лео... Буквально одного хода мы с тобой не дотянули, чтобы сделать вот эту вот штуку, ребят. Ну, хотя бы меньше одним. Это только вторая волна. У нас еще три. О-о-о, нет, мы здесь не пройдем. Да. Фигеть, я манал, ребята. Ты посмотри, мы не можем даже что сделать. Пробить его не можем. Минус майки. Ну и все, ребят. Приплыли мы. На второй волне спеклись. Даже если мы вот этих пройдем, то дальше противника мы не сможем свой одолеть. Плюс ко всему у нас нет хила. На здоровье мы восстановить не сможем себе. Как-то вот так вот, ребята. А я чувствовал, что не стоило идти. Но хотелось испытать. А тут еще и муха, да? Тут у них два хила, естественно, ребят. Тут вообще бесполезняк драться с этой командой. Да все. Нам крышка. Тут еще и оглушение сработало. Добьет, да, наверное? Естественно. Поражение. Что-то мне это как-то не очень нравится. Да, жаль. Ну что, давай черепашью бурю туда. Что ли, поюзаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, с первой командой мы, конечно, с тобой разберемся вообще на изи. Тут 60 уровень, поэтому, хотя и 4 волны, но все равно они будут ватниками здесь. Я даже шипы не буду тратить. Так, справимся. Опа. Волну. Давай вызовем волну с тобой смертельную. Есть. Так, с первой разобрались. Вторая. Вторая волна. Можно, в принципе, взять вот так. Я думал, честно говоря, что они все полягут, но нет. Переходим с тобой на третью. Что-то какие-то подтормаживания опять в игре. Маузеры должны сделать свою работу, да? В принципе. Тыч, Лео выжил. Бамс. Классика. Классика жанра. Давай шипы, этого будет достаточно, мне кажется. Вот, как-то таким образом мы с тобой проходим. Отлично. Ну что, тогда давай вторую. А кто, что у нас здесь? А, тут награда, кстати, неплохая. Да-да-да, $60, точно, ребят. Вот ради чего здесь стоит это проходить. Да, 75 жетонов, точно. Я вначале сомневался, думал, зачем нам это проходить. Но тут награда шикарная, поэтому стоит, естественно, все это замутить. Классические черепашки. Начнем с бомбочки от Зека. Так вот хочется сделать ульту, но в то же время понимать, что зачем здесь она нужна, если можно и так справиться. Ага, майки усиливают команду.
На. Давай-ка из пулемета. Так, Рафаэль выжил. Хиляется. Зачем? Ты думаешь, это тебе поможет, Рафаэль? Ты уж извини, конечно. Но это тебе не спасет и не поможет. Так, вторая волна. Это у нас ролевые, да, черепашки? Смертельная волна. Так, постепенно. Давай гранату бросим. Бумс. И добивка. Нет, не добивка. Шреддер. Нормуль. Так, а это у нас оригинал стоят. Маузер, выбегаем. Так, минус один. Минус два. Минус три. И минус четыре. Окей, и последняя, заключительная здесь волна у нас. Видение черепашки. Бросаем когти с постепенным уроном. Плюс бомбочка на замедление. Плюс шипы от Шреддера. Ну и, в принципе, они должны быть готовы. Ага. Не тут-то было. Выжили еще. Ну, мы прошли. Так что переходим на последнее событие, испытание. И также легко и безмятежно с тобой его пройдем. Так, награда, что у нас там идет? О, 100 жетонов, 20 долларов, отлично. Обожаю такие награды. Мы тут с тобой поднимаемся и по жетонам, и по долларам, понимаешь? Вот только ради этого стоит проходить. Пускай даже тут есть все черепашки. Ну хорош, хорош, Рафаэль, что ты делаешь? Зачем ты так жестоко-то с нами, а, парень? Шипы? Ой, зачем шипы-то я сделал? Тут же 6 волн, ребят, это же самое простенькое. Ладно. Погнали. А в этом отряде, ну, есть. Есть у нас лекарь. Ты знаешь, кто-то у нас лекарь. В плане мимо, какой мимо, ты чё? Зэк. Блин. Вот это вот, блин, тут, по-моему, ребят. Оу. Чего? Ты глянь, что вытворяют-то. Ну-ка. Слушайте, ребят, нам нужно срочно, я не знаю, как-то хильнуться. А как мне зэка спасти? Я не знаю. Это спасет, думаешь, нас? Что-то как-то сомневаюсь. Да. Зэка уничтожили. Сейчас Зарахзара потеряем, по ходу дела, да? Моя огромная ошибка была в том, что я сразу начал с козырей ходить. Начал применять суперудар. Зачем? Тысячу раз себе говорил, ну не надо так делать. Не надо. И все равно делаю. Так, мы уничтожим Леву или у него отложенная... Ну, естественно, отложенная смерть. Давай из пулемета. Фигушки, да? Так, бедные... Они сейчас Рокзара распишут. Они будут его сейчас тормошить, вот поверь мне. Да? Ну-ка, ты кого? Слушай-ка, что-то как-то очень даже интересно. Я думал, они все пойдут на Рокзара. Нет? Для нас это только хорошо. Ну-ка, бросай-ка бомбочку. Ай-яй-яй. Постепенно урон... А, подожди, у него еще и броня, оказывается. У него броня, ребят, висит. Фига себе, где он ее успел получить-то? Это только пятая волна. Хм. А ну-ка. Уничтожишь? Ваня, ну ё-моё, ну Ванюша. Шипы. Так, а в конце будут, по-моему, черепашки космос у нас здесь. Сразу минус два. Ох, вал. Фига ты, парень. Вот это он, да, видел, как валуном звезданул. А здесь черепашки космос, по-моему, у нас в конце. Да. Жалко, конечно, Рокзара. Но мы его потеряем, это 100%. Все, начинается. Пеню. Что, он там себе защиту повысили, да?
Причем у них, смотри-ка, стоит, блин, а нам наоборот понижает защиту, прикинь, еще и замедляет. И при всем при этом у них стоит иммунка. То есть мы не сможем им ничего сделать. Ну, только если, конечно, вот так вот по физухе прогуляться. Так, броня нас спасла. Минус Рафаэль. И минус Лео. Ну, двоих бойцов, к сожалению, потеряли. Победа нечистая у нас получилась, но, тем не менее, мы выиграли и забираем с тобой наши награды. 20 долларов, 100 жетонов. Ну и ДНК, которая нам, в принципе, не нужна. Так, здесь разобрались, да? У нас даже сыра-то уже не осталось. Окей. Теперь давай посмотрим, что у нас с турниром. Меня скинули, ребята, до 31-го, до 35-го ранга. Блин, откатов опять забыл посмотреть. Да чтоб тебя, а? Ладно, сейчас разберемся. Опять рекламу, ребят, забыл посмотреть. Все время, вот когда заходишь в игру, перед тем, как зайти, думаешь, так, надо посмотреть рекламу, потом уже начать. И вспоминаешь об этом, когда уже вот доходишь до арены и видишь, что у тебя откатов всего 5 штук. Окей. Минус. Зря ты так выпендриваешься, Донни, зря. Ну, эти-то, конечно, ему ничего не сделают, потому что слабачки. Так. Окей, идеальная победа. Мы с тобой двигаемся дальше. Ну, естественно, получаем. Сейчас нам дойти только до Лиги Мастеров 3 звезды, а там уже все будет элементарно просто. Так как сегодня пятница, уже практически, ребят, суббота. Через сколько тут у нас? На моих часах без 5:12 вечера, ну, ночи. Так что через 5 минут уже наступит суббота. Суббота. В субботу, естественно, ребят, я выхожу на работу в ночь. Суббота, воскресенье. В понедельник мы попадаем на выходной, на мой, да? Получается, буст у нас будет. Это хорошо. Так, что тут нам сделать? У них постепенно урон на всех, поэтому я не буду здесь ничего тратить. Так, добьем их. Окей. Так, двигаемся с тобой далее. Далее. Так, нет, еще не перешли. Сколько там? 6-я позиция. Ну, 14 ступенек. Я считаю, что это очень даже неплохо. И у нас заканчиваются откаты. Заканчиваются откаты. Так, сделаем тогда вот таким вот образом. Чтобы отыграть, как говорится, без... Чтобы не тратить по 2 отката, мы с тобой будем всего лишь по 1 тратить. Понял, да, мою мысль? Чтобы нам на больше хватило. И Лео, давай свою вертушку. Также сейчас мы можем с собой взять Шреддера, например, с Усаги. А можем вообще Шреддера не брать, а взять, например, Усаги и кого там, Бакстера или еще кого-нибудь. Но тогда не придется брать слабых. Ну что, Лига Мастеров 3 звезды у нас в кармане. 92-я позиция. Поехали. Вот, можно взять... Нет, давай все-таки через Шреддера. Так как-то я себя спокойнее чувствую. Даже мы можем с собой отыгрывать довольно слабых персонажей, ничего не боясь. А если, например, возьму сейчас Усаги и Бакстера Стокмана, вот сиди потом и думай, а Бакстер Стокман когда выстрелит? После того, как мою команду тут разберут или когда? Он непредсказуемый. Так, ну что, крутим-вертим, постепенночку накладываем. Опять же, не на всех. Как ты видишь, да, на двоих не повесил Усаги. Ну, а остальное все делал Супер Шреддер. Так, давай продвигаться дальше и смотрим, на какое место. С 92-го до... переходим 79-го даже. О как. Ну что, у нас последний откатик. Естественно, я трачу на Шреддера. И вот так. 90 уровни, в принципе, не должны нас тут задеть, пробить. Ну, я пошел сюда без слабых персонажей. Практически все нормальные. Возьмем уклоняшку, но это уже так. На всякий случай, мало ли, что пойдет не по плану. Хотя тут шансов у них выжить вообще нету. И волну. Это добивающее будет. Все, ребят. Идеально, отлично.
Ну что, будем сейчас смотреть или попробуем еще своими силенками подраться, а? 65-я позиция. Ну-ка посмотрим, кем там, кем хотя бы драться-то. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, я пойду на такой, откровенно говоря, страшный, ужасающий шаг. Потому что, ну, сам понимаешь, риски просто офигенные. Бомбочка. Дальше. Берем провокацию на Рокзара. Окей. Смотрим, сколько здоровья отнимает. Прилично, я тебе скажу. Прилично, ребята. Опа, массовые атаки пошли. А я сюда рванул без хила, да? Молодец, красавчик, Рэй. Как всегда, ты просто топ эволюции, ё-моё. А он массовыми атаками. Будь добр, шмаляет, а? Халабуда-то несчастный. Ты посмотри. Ну. Так, ну хотя бы одного подбили. Секунду. В кого ты там прыгаешь? Рокзар, держись, родной. Так, нам надо вырубить с тобой Рафаэля. Раз. Дальше. По инициативе, по идее, кролики, да? Мы их нахлобучим. Два. Этого пробивным. И остается сплинтер. Ну-ка, пробьешь его, Донни? Тихо. Ну-ка так. Ух, ребят, вот я тебе говорил, что это офигенно рискованно. И тем не менее, почему-то, когда рискованно, мне больше нравится. Как-то, ну, когда ты знаешь, что ты выиграешь, ну, не очень особо интересно. А вот когда ты под сомнением и выигрываешь в какой-то там сложной ситуации, это больше приносит удовольствие, чем легкая победа. Так, ребят, я пошел в магазин. Буду сейчас добывать откаты нам. Так, друзья мои, ну что, у нас 10 откатиков есть. Мы продолжаем с тобой дорогу к топу. Так, а какое у нас там место-то? Ты помнишь, нет? Я не помню. Где-то 50 какой-то или 60 какой-то. Сейчас посмотрим. То есть, я думаю, хватит ли нам откатов этих или нет? 10 штук. 5 боев потенциально. Так, я тут не буду церемониться. Сразу начнем с шипов. Да, и с помощью добивки, конечно же, Армагона. Хлоп. И сейчас как раз она нам покажет, какое мы с тобой тут место имеем. Имеем ли вообще мы здесь место? Так, многие ребята скажут, а почему у тебя так игра темненькая, да, стала? Ребята, я вам скажу одно. Вот когда играешь на частоте 60 Гц, экран почему-то светлый. Когда ставишь 70, но у меня максимально 165, вот почему-то вот такой вот темный, не знаю. Картинка становится четче, но темнее. Я просто для Far Cry беру 144 Гц, обновление частоты экрана. Как бы мне там больше картинка нравится, более четче, чем на 60 герцовке играть. Так, ладно, ребят, не об этом сейчас речь. И двигаемся дальше. Я просто не знаю, вас это смущает, то, что вот так вот темно, или нет? Пишите в комментариях. Если смущает, ну, будем тогда переключаться уже на 60 Гц. Так. Я посмотреть место забыл, ё-моё, на каком месте. Трындец. Как всегда, заговорился. Все равно какие-то есть микрофризы. Я не понимаю, с чего. С чего они берутся? Может быть, мне кажется, это сами эмуляторы, ребят, хандрят. Потому что на Юрском парке вы тоже видели, да? Юрский парк, да, там попадает музыка. Этот Драконы всадники Олуха тоже пропадает в поединках музыка. Может быть, с каким-то драйвером звуковым связано, я не знаю. Так, ну что, у нас тут 17-24. Давай возьмем. Так. Так. И раз, два, три. Ну, естественно, слабых своих прокачиваем. Так, слэш, Лео, Рафаэль, Майки и Крис Брэдфорд. Шух. Добиваем. И смотрим. Смотрим, какое у нас место. Давай, покажи, пожалуйста.
26 и становится 14-м. Точно, 14-м. Ребят, ну тогда я вам скажу следующее. Мы попадаем в топовое место. Да, сегодня уже суббота, ребят, наступила. Буквально 8 минут назад. И мы с тобой попадаем в топовое место. Соответственно, у нас будут награды идти повкуснее. Ну, а там уже воскресенье. А за воскресеньем, как говорится, придет и понедельник. И, кстати, надо будет посмотреть, сколько у нас там платиновых осколков. Нам еще, по-моему, 2 недели, да, придется все-таки ждать. Эта неделя и следующая еще отыграть, я имею в виду, для того, чтобы было 400 платиновых осколков. Я вот к чему веду. Или нам эту, следующую и потом еще неделю. Вот надо посмотреть сейчас, кстати. Так, ну что, мы зайдем? Да, ребята, мы с вами заняли топовое место. Шикарно, теперь я могу спокойненько перейти сюда и глянуть. 310 плюс 75, это получается 385, ребята, сколько платиновых не хватает. То есть нам придется еще следующую неделю отыгрывать. Ладно, отыграем, чего уж там. Отыграем с тобой следующую неделю. А потом уже будем определяться, кого нам прокачать в платиновый ранг. Естественно, будете все это говорить вы, как бы ваши голоса, ребята. Так, ну что, я, наверное, за кадром все-таки набью эти осколки. Точнее, не осколки, а телепорты. Здесь пока больше... А, мы же еще уровень не подняли персонажу-то. Ну-ка давай. Кто у нас там? Донателло. Раз, два, три. 56 уровень он у нас получает. И забираем с собой остатки. Ну вот, как-то так. Да, друзья? Все, больше делать здесь нам нечего. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеи в расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.